Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Петр Завьялов. Далее в выпуске. Где тротуары? Почему жители новостроек городка Металлургов вынуждены ходить по проезжей части? Спектакли для взрослых незрячих. Театр кукол готовит премьеру с тифлокомментарием. За один день съели 10 тонн пельменей. В Ижевске отметили Всемирный день любимого всеми блюда. тысяч обращений в медицинские учреждения поступило от жителей Удмуртии в прошлом году. Для сравнения, в 2019-м их было всего 7 тысяч. С таким многократным ростом система не справляется. Проблему сегодня обсуждали на годовом совещании по вопросам здравоохранения. На связь с главой Удмуртии вышли все главврачи больниц и поликлиник. Власти региона предлагают развить службу коммуникации и создать профессиональные колл-центры в каждом медучреждении. Это позволит снизить градус недовольства, который сейчас высказывают пациенты. При таком объеме звонков и обращений нам надо в настоящий момент, понятно, помимо кадровой работы непосредственно на участках, в поликлиниках и в больницах, очень важно выстроить работу и создать профессиональный колл-центр. Речь не идет о том, что мы сопровождением по телефону, вот как мы делали амбулаторных больных, заменим помощь, ни в коем случае. Но человеку нужно сейчас услышать врача, который ему даст соответственные рекомендации. Пандемия обострила и проблему кадрового дефицита. Сегодня в Удмуртии не хватает порядка 600 врачей и столько же персонала со средним медобразованием. Задача до конца года сократить дефицит на 30%. Кроме того, говоря о планах на этот год, Александр Бричалов отметил покупку 11 единиц тяжелого оборудования. Запланировано 20 капитальных ремонтов и завершение строительства двух амбулаторий в Завьяловском районе, а также поликлиник в Воткинске и в Можге. Все это часть национального проекта здравоохранения, который реализуется по инициативе президента страны Владимира Путина. Помимо этого, зампред правительства Эльвира Пинчук рассказала о наметившейся тенденции к увеличению рождаемости. Так, в прошлом году на свет появились 14 274 ребенка. Поэтому показатель Удмуртия с 2017 года поднялась с последнего места до 4-го в Приволжском округе. А санврачи дали прогноз того, как Удмуртия справится с заболеваемостью геморрагической лихорадкой. В инфекционной больнице пациенты, как правило, поступают с началом дачного сезона. За весь прошлый год в нашей республике было зафиксировано 287 случаев заражений ГЛПС. Обошлось при этом без летальных случаев. На 2022 год мы ожидаем уровень заболеваемости на таком же уровне, как и в 2021 году. То есть прогноза в подъеме заболеваемости нет. ГЛПС, он регистрируется круглогодично, но есть свои временные промежутки подъема заболеваемости. Основные подъемы заболеваемости наступают у нас апрель-май и вплоть до ноября. По итогам прошлого года в зону риска по заражению мышиной лихорадкой в Удмуртию вошли три района – Кизнерский, Алнашский и Вовожский. Заболеваемость в них была выше средней по республике в три раза. Санврачи сегодня напомнили, прививок от ГЛПС не существует, а поэтому главный совет всем дачникам и любителям отдыхать на природе – как только сойдет снег, провести обработку своих участков от грызунов. Обустроить тротуары просят жители новостроек в городке Металлургов. Там, где раньше был частный сектор, появились многоэтажки, а козьи тропы на улице так и остались. Люди вынуждены ходить по проезжей части. В проблеме разбиралась Светлана Буланова. Вот так пешеходы каждый раз рискуют жизнью. Очень страшно. За детей делится Ксения Тюлькина. На этом участке по улице Металлистов пешеходной дорожки нет. Приходится идти по проезжей части. Не пройти и по Пятой Подлесной. Здесь тоже нет ни знаков, ни тротуаров. Проблема усугубляется особенно в зимнее время, когда мы видим, что дорога узкая, чистится очень узко. Иногда, я даже скажу не иногда, а зачастую наоборот, она не чистится. И, соответственно, по этим буеракам, да, мы с коляской или с санками вообще нереально пройти. Едут водители, машут руками молодым мамочкам, вроде как уйдите с дороги, на что мы им тоже машем руками, потому что нам в принципе некуда уйти. И, соответственно, вот такая ситуация, она и опасная. Обустроить тротуары на двух улицах жильцы новостроек просили еще 3 года назад, когда район только застраивался. В 2020-м экспертиза госавтоинспекции подтвердила, отсутствие тротуаров является нарушением ГОСТа. В адрес администрации Ижевска было выписано представление об устранении нарушений.
тут и подтверждающие документы, что и ГИБДД, и другие надзорные органы, они подтверждают, что надо и устанавливать знаки. А также необходимость есть тротуары, есть предписание, да, о том, что ну, не по правилам у нас это все сейчас устроено. Городская администрация, к сожалению, нам дает лишь отписки о том, что мы включены в план на 2023-2024 год, но мы же понимаем, что за 2 года тут может произойти не один несчастный случай. По 5-й Подлесной улице нужно проложить всего 300 квадратных метров тротуаров, а по улице Металлистов оставшиеся после прошлогоднего ремонта всего 250 метров. В 2021 году, в прошедшем, был выполнен ремонт тротуара по улице Металлистов, участок 750 метров. И 250 метров, вот буквально до нас, этот участок, соответственно, ну, никто не рассматривал. Жильцы подали заявку и на участие в городской программе по обустройству тротуаров «Пешеходный» и «Ижевск», но остались без внимания. Руководитель региональной организации «Объединение совета домов» посоветовал жильцам проявить более активную настойчивость. И пытаться совместно, совместными усилиями показывать значимость этой проблемы и ее включить в соответствующие планы администрации для того, чтобы пешеходная инфраструктура, которая требуется для жителей этого многоквартирного дома, она все-таки появилась. Сейчас активные горожане свое право на безопасный путь намерены отставить через прокуратуру. Светлана Буланова, Василий Хохряков. Новости. Театр «Кукол» выиграл новый грант на тифлокомментирование. Теперь театральные постановки станут доступными не только для детей, но и для взрослых незрячих. За работой тифлокомментатора над новым спектаклем наблюдала наша съемочная группа. Шкаф секрет. Мы открываем, ничего не видим, но можно тут исчезнуть и выйти уже совершенно другим персонажем. В другом облике поменять реквизит, место действия. Сама жена профессора в миру актрисы театра «Кукол» Татьяна Щапова проводит увлекательную экскурсию в шкаф. В этом спектакле на Тони Хармс все странное. Профессорша проходит сквозь зеркало, обеденный стол качается, словно качели, а на его обратной стороне растут деревья Таврического сада. Одним словом, сон, бред и фантасмагория. Первая часть спектакля вообще происходит без слов, а те слова, которые слышат зрители, это какая-то полнейшая белиберда. И поэтому тут много визуальных образов. Интересно, как тифлокомментатор это будет описывать. Выходит мужчина в маске, с бородой, с окровавленным фартуком. Уходит, снова выходит, снова уходит. Выходит конь в пальто. Во время репетиции конь не очень похож на коня. Зато тифлокомментатор самый настоящий. Начинаем. Темная комната, освещен только круглый стол в центре, накрытый белой скатертью. Стол без ножек, он и висит, и качается, ну а вот тут не качается, на двух тонких тросах. В этом году театр «Кукол» выиграл новый грант на тифлокомментирование от Фонда искусства, наука и спорт. Теперь театральные постановки станут доступными не только для детей, но и для взрослых незрячих. С помощью специального оборудования тифлокомментатор расскажет обо всем, что происходит на сцене. Если в детских спектаклях было важно передать вот эту атмосферу волшебства, то с Хармсом это совершенно невероятная, необычная история, думаю, будет. И для меня это тоже пока сложно, потому что обилие форм, размеров, все это трансформируется, превращается на сцене друг в друга. Даниил Хармс – это абсурдист, и то, что происходит на сцене – это достаточно странное действие. То есть там действительно нужно объяснять немножко зрителям после увиденного, что это было. И здесь еще особенность в том, что это будет тифлокомментарий для слабовидящих зрителей. И вот как они воспримут этот спектакль, это нам тоже очень интересно. Тифлокомментарии будут подготовлены еще к одному семейному спектаклю «Книга всех вещей». Так, в репертуаре театра «Кукол» станет уже 10 адаптированных постановок. Премьера «Судьбы жены профессора» в новом формате намечена на конец марта. Оксана Худякова, Елена Керн, Юрий Егоров. Новости. Традиционный пельмен-фест собрал в парке Кирова не только гурманов, но и любителей активного образа жизни. Как им удалось совместить приятное с полезным и сколько в этот раз ели пельмени, расскажет Дмитрий Вороновнин. Это был особенный, колоритный и очень калорийный день. За несколько часов ижевского пельмен-феста его участники съели 10 тонн хлебных ушек. Кто-то это делал, не задумываясь, на автомате, а кто-то и с тревогой. Ой, пельмени надо уже с оглядкой кушать, потому что
Давайте фигуру познакомимся. Как сюда откладываться. А хочется Татьяна, еще. Татьяна, аплодисменты Татьяне. Как бы это. Следующий... Пельмени в самых разных уголках парка Кирова варили и жарили представители всех 25 районов республики. В этой импровизированной пельменной из Лударвая всеми любимое блюдо закончилось раньше всех. Очень много состряпали, все съели даже прям до обеда. В Удмуртии на родине пельмени очень любят это блюдо и, соответственно, едят много. Особенно зимой, потому что традиционно лепили пельмени зимой, и эта традиция до сих пор сохраняется. На праздник приехали любители пельменей из Сочи, Краснодара, Тюмени, Петербурга. Не случайно пельмен-фест уже несколько лет входит в число лучших зимних туристических фестивалей. Евгения Бродникова с семьей специально приехала в Ижевск на пару часов из Перми. Вроде бы мы рядом живем, но вот эти несколько сот километров, мы действительно вот Елена, слышим вот здесь другой язык, другие традиции какие-то, конечно, видим, другие правильно, танцы. Это барщ. Здорово, очень нам понравилось. Три, два, один, старт! Сотни уже сытых атлетов-любителей стартовали в забеге «Пельмен-ран». Дистанцию вместе со всеми пробежал и глава республики Александр Причалов. Дистанция прекрасна, отлично. Бежать рядом с чемпионом мира среди любителей 55+, Юрием Строфиловым, классно. А еще классно, когда нас обгоняют наши любители-спортсмены. Поэтому настроение, как всегда, отличное. Удмуртия – территория спорта. По самым скромным подсчетам, участниками Всемирного дня пельменей в Ижевске стали 30 тысяч человек. Дмитрий Вороновнин, Павел Яскин, новости. У меня на этом все. Хороших новостей и до встречи.